Всем привет, мои хорошие! Сегодня у меня посылочка из Иваново от любимого Василька. Смотрите, сколько обновочек я себе заказала. Во! Я недавно перебирала свой гардероб, повыбрасывала старые вещи, и сейчас я хочу этот гардероб обновить. Заказала себе много новиночек из одежды. И давайте посмотрим, что же я заказала. Ну, обязательно в подарок любимый Василек кладет масочку. На этот раз у меня светлая масочка. Каждый раз разных цветов. Кстати, светлую я хотела еще вчера об этом подумала. И она вот пришла. Спасибо Васильку за заботу о нашем здоровье. Девочки, всю одежду для себя я заказала 52 размера. Потому что, ну, такой вот сейчас у меня размер. Я люблю просторную одежду для дома и люблю хлопок, люблю трикотаж. Цены я буду вам говорить, если я что-то забуду, то я буду писать. Значит, первое, что у меня, это туника, модель R141, и стоит она 322 рубля. По большей части я заказывала вещи либо с коротким рукавом, либо вообще без рукава, потому что у нас начинается лето, и я люблю вещи носить. Вот без рукава, вот такие как маечки, чтобы они были как тунички, но как маечки. Туничка темно-синего цвета, почти черного. И вот такой вот у нее рисуночек. Видите, сверху она как беленькая, везде тут все обшито. И внизу вот такой вот рисуночек идет. Это у нас на море идет какой-то парусник плывет. Морская тема. Вот. Ну и длина как раз моя длина. Надо одеть, и чтобы вы посмотрели, как это смотрится на мне. 322 рубля стоит. Дальше у нас идет платье Emblem модель, стоит 448 рублей. Платьечко с коротким рукавом, но это как туника. По бокам вот такие светлые вставочки, внутренние карманы есть с двух сторон, такие вот небольшие разрезики впереди. Вот такой вырез и коротенький рукавчик. Ну, в общем, как летнее платьице. Все это трикотаж. Девочки, качество очень хорошее. Все прошито, везде красивенько, аккуратненько все сшито. Ну, вот это впереди вот так сделано. Но это надо одеть, чтобы вы могли посмотреть и оценить, как это выглядит на мне. Цвет хороший, голубенький такой летний. И с цветочками, да? Дальше идет у меня туника, твой стиль называется, стоит 812 рублей, очень приятный такой бежевый цвет, на ощупь очень приятная, но это я заказала с длинным рукавчиком, здесь плечики приспущены, плечо идет вот так ниже. И длинный рукавчик вот такой идет. На рукаве надпись коричневого цвета. Это если будет прохладненько.
Но ткань очень приятная, прям такая нежная ткань. Вот такая простая клеточка, незатейливая. Здесь есть внутренние карманчики с двух сторон. Внизу просто прошито обыкновенно. Мне нравится вот эта окантовочка идет, коричневый, шоколадный такой цвет. И такого же цвета идут на рукавах вставки. И такого же цвета вот идет такой принт впереди. Ну, в общем, симпатичная, мне нравится. Дальше, девочки, это идет у меня домашний костюм розовый, модель 373, стоит 784 рубля. Верхняя часть костюма это вот такая вот розовая футболочка. Кстати, это вискоза. Вискозу я тоже люблю, она тоже очень приятна к телу. Коротенький рукав, вот такой симпатичный принт, розочки. Какие-то надписи, My Rosa, английского не знаю, расшифровать не могу. Немножечко удлиненные вот такие вот бока. С боков, видите, так, чуть-чуть удлиненные. И также идут бриджики черные, вискоза. И они идут вот с такими завязочками по бокам. Славненький костюм. Не терпится уже померить его. Костюм стоит 784 рубля. Дальше, девочки, у нас идет костюм чернильного цвета, женский костюм 594D, Надежда называется. Чернильный синий цвет, 695 рублей стоит. Это трикотаж, короткий рукав. Здесь идет и вот такая вот белый такой принт, вот такая надпись. Манжет обшит. Также обшита горловина. И внизу вот такая вот идет резиночка. Это трикотаж. Дальше идут брючки от костюма. Внизу тоже идет вот такой манжетик. Наверху идет резинка не вшитая. То есть ее можно будет поменять, если она вдруг будет мала. Дальше идут кармашки. Внутренние кармашки тоже с манжетиком вот такие вот. В общем, такой костюмчик очень симпатичный, очень приятный трикотаж. Это как раз вот если будет прохладненько летом, например, можно его одеть. Костюм 695 рублей. Это я еще раз повторяю, если кто-то не услышал. Thank you.
Дальше, девочки, женский сарафанчик, вот такой вот симпатичный. Модель 706, цветы в полоску, стоит 448 рублей. Очень оригинальная модель. Здесь сарафанчик без рукава идет, впереди он идет под горлышко, а сзади вот такой разрезик идет и завязочки. И здесь еще есть подклада. Вот такая подклада наверху только, на верхней части костюма, сарафана этого. Дальше внизу вот такая рюша. Рюша внизу оверложена. Ну, мне нравится вот такая летняя расцветочка, очень симпатичная. Но как это сидит, нужно будет посмотреть уже, когда я одену. Дальше вот такая сорочка «Ананас» называется. «Ананас 4», персиковый цвет. 343 рубля. Вот что мне нравится в этой сорочке. Вот видите, она сверху совсем идет такая, как маечка. То есть вот по дому ходить летом то, что нужно. И цвет очень приятный такой, персиковый, классный. Ну, здесь прошито идет по горловине, прошита каемочка, по рукавам идет прошита каемочка. И вот такой вот принт идет, ананасик нарисован. Длина как раз для меня, то, что нужно. Ну, внизу просто вот она вот так прошита. Все это трикотаж, все это 52 размер. Все мое любимое. Вот теперь прямо куча обновок. Я прям рада. Ну и дальше идет туника, модель 353, красного цвета, стоит 636 рублей. Это туничка, но она как футболочка, ее можно носить с бриджами, можно носить с джинсами, вот она вот такой длины. Сзади спинка, она чуть длиннее идет, чем спереди. Вот такой рукав. Размер 52-54. Идет на два размера. Это как оверсайз. Вот такие рукава и вот такой принт. Я так понимаю, что туника это должна быть очень просторная, как оверсайз. В общем, то, что нужно. Ну и вот такой яркий красный цвет с черным принтом. Можно с черными бриджами, например, тоже одеть. Очень интересная ткань, она очень хорошо тянется, хотя я чувствую на ощупь это трикотаж. Но это видно такой вот трикотаж, который прямо очень хорошо вот прям растягивается. $636.
А еще у меня 3 полотенчика по 78 рублей. Все эти полотенчика 40 на 70. Сейчас откроем, посмотрим. Это Узбекистан. Полотенца из Узбекистана я люблю, потому что они не очень сильно набитые. Здесь 380 грамм на метр квадратный. И вот они такие вот мягкие, нежные. Но я такие полотенчики люблю вот для рук, можно для лица также. Ну вот они одинаковые, только различаются расцветочками. Что-то, может быть, из этих полотенчиков я подарю. О, какая яркая расцветочка, да? Все они по 78 рублей. Ну и еще я заказала одну простыночку на полуторку. Это бязь. Простыня стоит 239 рублей. Я хотела заказать простынь специально только белую, чистую, но потом решила заказать белую с небольшим каким-нибудь рисунком. А для чего, это вы узнаете позже. Ну, вот такая вот симпатичная, с фламинго розовым. Вот такая вот простыночка. Ну, все, мои хорошие, все обновочки я вам показала. Всеми обновочками я довольна. Мне все нравится. Если кому-то что-то понравилось, ссылочку на любимый Василек я оставлю внизу под видео. Ну а кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!